Ну, я постараюсь, но каст 1.2 и 1.3. Не как у DC 0.3, там 0.4. Ты хочешь моментальным, а оно тоже снимается? А, ну тогда ладно. Поставь на себя метку. Сейчас я настрою себе клавишу. Я буду тоже диспейлить. Я диспейлю. Железное собрание и открыли архив. Молодцы, ребят. А это вопрос. Диск доступа к архиву. Он сразу как ключ работает, да? Или... А, там надо... Я не слышал. Ну, короче, цепочку надо делать, да? Понял. Короче, в хэму загрыз, да? Понял. Все, спасибо.
тебе ясно. Там вроде Лок выиграл 99 выкис. Да, я там пока поменял язык, там был пару секунд прыгал. Я да. Как бьется? Ох! Это поможет тебе сделать достижение? Ну, надо его обе руки с интервалом 12 секунд убить. Здесь по левой можно пройти, ребята, аккуратно, просто по левой пройди. А, понял, понял. Пишет, пока не может. А, не знаю. Я тоже. Да. Не знаю, там заморозилось, короче, пока что гильдия. Так, азерный. Да не, вроде бы нормально. Просто, блядь, не могли никак нормально пройти 25-ку. Понял, сюда пугов набираешь, блядь. Каждый раз объясняешь то же самое, блядь, понимаешь, уже, блядь, потом... Пизда. СТП. Какой это тот диск? Вот этот квест, ты говоришь? Надо... Тогда тоже это активировано. О! Окей. Смотри, а вопрос такой. Я вот сейчас взял вот эту... Ню, блядь, что упало с этого собрания, понял? Этот диск. Активировал квест. И что, типа, надо сначала всех хранителей убить, потом пойти попиздеть. У меня Baby War. Ага, я понял. Я не знаю.
Друид, давай тыкай, друид. Ну, можно слить, пофиг. Да, да, я понял, там надо в конец. Там все бегут. Рад тебя видеть! Новый приказ — открыть вход в священный планетарий. Запрос отклонен. Для доступа требуется верификация с помощью печати хранителей Ульдуара. Хранители, печати. У нас нет времени разгадывать твои загадки, сбрендившая железка. Четыре хранителя Ульдуара. Фрея, Торим, Хадир и Мимирон. Печати являются частью их физической и ментальной сущности. Для доступа к священному планетарию необходимы все четыре печати. А. Угу. Понял. Как нам получить эти печати? Улыбнуться и сказать «пожалуйста». Ага. Анализ статуса хранителей. Подождите. Найдите признаки поражения. Хранители подвержены влиянию извне. Печати повреждены. Но ведь должен быть способ очистить их, верно? Бля, а чё не могут текнуть на эту хуйню, лох? Функции хранителей и их выход из-под внешнего влияния. А, это типа нам засчитается двоими или что, ну? Мне надо сначала убить этих всех штемпов, да, хранителей. Долгие годы я мечтал пройтись по залам титанов, но никак не думал, что мне придется воевать против их создания. Привет! А. Как жизнь? И что, мне типа не брать, да? Возьму другой раз. Удачи! Чё, поплыли. Сними вот эти метки, кстати. Я посмотрел, было написано, что ты просто их повесил. Это было после босса. Ну, почти перед концом босса, грубо говоря. Пять. А через руку или через тело? Только одна рука снимает ему хп, если ее убить.
А, так уже может две руки сломать. Давайте тогда так сделаем. Заебало. Адир. Адир. Встаньте в мидзон. У нас боже, божий коров на самом. Он там. Откинуло кого-то тот сугроб прямо. Ой, блядь. Сука, забери.
полностью сделал. Туалет ходит. Ой, блядь, не то. Дайте Геру на всякий. Две минуты. Да быстро убийство, еще полторы минуты. Можно, а можно токен паролить, пожалуйста? Мне очень надо. Мне престол очень надо. Последнее. Последний сет. Дерево. Спасибо. Там два токена. Да. Я в Долорам сейчас быстро камни поставлю, у меня все готово. Где она идет? Да. Войд, это тут Рога спрашивает, там эти запястья кожаные, что упали с робота. Ну, там, ну он типа спрашивает или кому-то, ну типа ему надо, он говорит.
Не знаю. Да, он мне писал, но я не могу, блядь, говорить, играть, блядь, читать. На самом дефекте, как будет возможно. Бист танчит, да, я танчу. В туннель. А тот человек релок сказал, сейчас будет.
Прости! Вы заплатите за то, что посмели вмешаться! Погодите, вы? Я помню вас! Это было в горах. Но вы? Что это? Где я? Торим, мой повелитель! Зачем еще явились сюда эти чужаки, если не для того, чтобы убить тебя? Их нужно остановить! Я пока не могу прочитать это заклинание. Это я штаны просто одел. Вы решили бросить вызов мне лично? Я сокрушу вас всех! Это невозможно! Торим, не сомневайся! Твоих врагов ждет ледяная Хилю. Не держите мечи! Я сдаюсь! Ты не моя возлюбленная! Скинь нечисть! Вот источник зла заполонил.
заполонившего Ульдуар. Он разрушил мое королевство, затмил разум моего брата и убил мою жену. Герои, теперь вам предстоит отомстить за нас всех. Это будет непросто, но я готов помочь вам. Вы должны просто цепуха была. Ну, там от конуса отбежали, а назад не вернулись. И нам некуда было бежать. Либо к хилам, либо стоять на месте.
достаю. Слишком далеко. Дайте мне силы. Еще не готова. Помогите мне, дети мои! Они убили одного вроде. Еще не готова. И сейчас.
она была недавно. Не властен надо мной. Мой взор снова ясен. Благодарю вас, герой. Перчи можно взять? О, резал, найс. Далеко. Я лок. На роге убивал, да. Угу. Но я водил раньше десятку.
А чё вы не выбежали-то? Нас умерли двое. Беги, малышка, беги! Щитки, может, на всех накинуть еще? А, ну бля. А это точно, не ДЦ. Точно. 4 секунды. Да-да-да. Там в одно место еще две лужи, да. Там рандом, может все равно опять кинуться в одну пати. Побежали. Зачем вы это сделали? Разве вы не видели табличку? Не нажимайте эту кнопку. Ну как мы сумеем завершить испытание при включенном механизме самоликвидации? Беги, малышка, беги! Там 25 секунд до потушения, надо бы сейчас сопать. Стопните, 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 не бейте. О. В точку все, в звездочку убегите. А звездочка пропала, понял. Все сюда, к выходу. Отбежали сразу. Надо будет еще раз вернуться сейчас. Пятнадцать секунд. Пять секунд до огня. Все, ближе к огню встаньте все. Все, отходим сразу на другую сторону. Тут танк остается. Распаситесь. Мастер аур на огонь можно было дать. Сейчас огонь будет еще раз вроде.
А, уже. Сейчас возьмем бомбу, кинем для непокидки. Второе. А есть третий хил у нас кто-то? Я бежал от долбоя. Да не, мы его убьем точно. Не рассоситесь, вы все в одной стороне стояли, и он просто нон-стопом туда давал залп свой. Хотя бы два сектора займите. Возле кнопки и справа, например. Может, один хил пусть слева станет какой-то. Отсчет времени до самоуничтожения начат. Самоуничтожение области. Побежали. Кучки не стоит, чтобы напалмом вас не бил. Сейчас тушить будет как раз нормально. Все, в кучку сюда к выходу собрались. Сюда-сюда ближе-ближе подойдите. Все, отбежали. Подбежали, сейчас через 5 секунд будет огонь. Рассосились немного и сразу уходим отсюда. Все, чуть-чуть к красной кнопке подбежали, чуть-чуть тут остались. Рассоситесь.
Беги, малышка, беги! Стрел. Не хилят. Может, тогда в центр лучше забегаться, а то тут огня дохуячит. Да-да-да, я буду говорить. Я под этим прицелом должен стоять, и у меня 3 хила должны быть хиливы. Каким прицелом он шотает? Не, я так вообще не знаю, прикол пришел.